Сегодня с помощью камина можно не только создать в доме атмосферу тепла и уюта, но и придать неповторимый образ интерьеру. Однако необходимо знать несколько правил его установки. Во-первых, нежелательно размещать камины на сквозняке, возле лестницы и в коридоре. Оптимальное место для камина – гостиная площадью более 20 квадратных метров. Во-вторых, нужно грамотно организовать систему вентиляции. Это одно из необходимых условий для эффективной работы камина. На практике существует много мелких вещей, и крупных тоже, от которых будет зависеть пожароопасность и вообще возможность эксплуатации. Конечно, любой производитель или любой продавец будет рекомендовать установку квалифицированным специалистам. Камины бывают трех видов – классический на дрова, газовый и электрический. У алматинцев популярностью больше пользуются именно электрокамины. Они просты в установке и безопасны в эксплуатации. А идеальная имитация огня придает им изысканности и оригинальности. В зависимости от дизайна, используемых материалов и страны производителя, цены на электрические камины варьируются от 15 тысяч тенге и выше. Баумаркт от 16 тысяч тенге. Алмаком Климат от 18 тысяч тенге. Азиаградстрой от 19 тысяч тенге.